Привет всем, привет всем! С вами Лига Magic Wars. Сегодня хотел предоставить вам момент со стрима, где я пригласил на разговор Сергея Беса и Пирочику. И вместе мы обсудили проблемы игры, уход перцев из игры как таковых, читерство, музмехов. В общем, дальше в видео будет полный разговор. Можно, по сути, не смотреть, там мы играем в экспедиции, можно просто слушать. Возможно, но игре 7 лет. И как бы тут тяжело найти какой-то компромисс среди, наверное, игроков, постоянно будут какие-то недовольные. Как по мне, надо убирать зависание на уровнях, чтобы люди, как раньше, старались идти выше и выше и выше. То есть, соответственно, все тогда соберутся и будет как-то тогда уже к уму это все можно довести, ну, до ума это все довести. Так а у нас уровни же ограничены, тогда у нас 30-е уровни просто превратятся в говно, как сейчас. Не, ну смотри, чего, они все поднимутся, там появится же определенный уровень доната и все остальные, и можно будет проект дальше по уровням двигать, как бы все проекты, вот в любой ты проект зайти, в каждом проекте есть максимальная, то есть никто не упирается, вот как у нас в 30-й уровень, и все, на этом зависла тактика боев, на этом зависло, многое всего зависло, то есть проект остался, ну, как-то даже его никуда никто не двигает из-за этого, то есть нового тяжело что-то добавить, новые одежды, новые машины. Ну, всего нового тяжело добавить, потому что мы уперлись в этот 30-й уровень. Ну да, мы же делали еще, как бы, получается, тогда приглашали гейммастера проекта, создавали, короче, вопросы. Они сказали, что следующий уровень ввести нельзя. То есть надо вводить целиком лигу полностью. Ну, то есть, ну правильно, потому что как вводить лигу? Смотри, много игроков сидит на своих левелах, и они никуда не хотят двигаться, потому что понимают, что если ты прилюбишься к нам, вот к Ральфику, допустим, к тому же самому, вот к Витали, ну, то есть это надо будет совершенно другие деньги вливать. А смысла этого делать, когда ты получаешь те же самые кубки, те же самые, ну, то же самое все, за меньшие деньги. И можно сказать, кто-то бесплатно, потому что уже настолько вдонатился, что там его никто не догонит. Ну да, то есть да, уже не первый раз вижу. Вот, такой как Белугин, ему вообще бесполезно. Зачем ему куда-то уходить, объясни. Ну, даже кому-то зачем ему Макачина, та же самая. Ну, зачем? Просто прийти к нам, чтобы себе усложнить жизнь и не получить ничего? Ну, тот же самый Бест показал. Но вот мы ушли, и что в проекте? Вот какая конкуренция была? Ну, вот просто мне интересно. Интересно было эти туры смотреть, интересно это было все происходящее, как бы, насколько этот бест стал бестом и днем рождения. Ну, кстати, меня очень сильно удивила вот разница в этих. Я же делал видос, получается, по топам музлайкеры. Ну, то есть, и меня вот, ну, когда пересматривал, получается, разница для меня была просто колоссальная. Ну, то есть, взять прошлый год, да, там какая, там разница топов были, ну, незначительные. А здесь разница 140, получается, в клабе, допустим, да, получается, и 40 тысяч в урбане просто, ну, колоссально. Ну, у вас, вы же все с урбана ушли. Вот там кто там остался-то у вас? Да никого. Ну, вот и я про то же. Райт один остался там, знаешь, то есть. Ну, ты смотри, по всем лигам. Я был музлайки, это, знаешь, такое, кто-то в поисках халявы, кто-то как-то их себе накручивает, кто-то, ну, это такое, знаешь, поэтому равняться и судить, что у нас Magic Wars процветает, я бы не стал. Кто-то там через кого-то специально прокачивал, там, допустим, кого-то двигали вверх. Ну, это каждого личное дело и все остальное. А вот глянуть на сам турнир, насколько это было раньше, насколько эти ивенты, конкуренция в этих ивентах была. То есть люди старались, вот в топ-10 было тяжело на бесте попасть уже в нашей лиге. А сейчас даже топ-3, ну ты выиграл, ну что, кто-то об этом вспоминает. Это прошел как обычный день, как обычный ивент. Ну, я не прав, нет, сделать там, допустим, для всех групп, вот объединить какой-то, сделать. Нет, от беста турнир, это же привыкли все. Все готовятся к этому. Ну, введите, допустим, бест на подземку, бест на меха, бест еще на что-то. Я не могу, почему обязательно должна быть турнирка, обязательно должен быть, ну, введите какие-то там, ну, допустим, выиграла группа Теру, там, средняя там группа, там, допустим, не обязательно в определенном ракурсе, получили какую-то элитную фанатку, которая, допустим, будет седьмая стоять за то, что группа сражалась на этом бесте и набила много ОВ. Клево, да. Не, мы, ну, можем, понимаешь, мы же понимаешь, многие но идеи предлагали, Серег, мы же многие идеи предлагали вообще по движению, по развитию проекта. Вон, Корт предлагает, даже те же самые мехи. Он предложил, короче, систему балансировки 5 мехов. Представь, 5. Ну, понимаешь, я мехи вообще не хочу затрагивать. Там проблема в другом, в ребалансе самих мехов. Там тяжело, вот если бы ты на 30-е более туда вот на элитках позаписываешься, еще куда-то, ты поймешь, почему туда даже еще пятый, куда там вводить пятый мех, если они не могут разобраться с этими четырьмя.
Понимаешь, тут проект надо всех сначала. Я говорю, тут цель, я думаю, и цель обновления будет, и цель всего, которого вот все это мы переходим на эту структуру, я думаю, загнать будет на уровне повыше. Потому что тогда можно будет о каком-то балансе судить. Потому что, вот смотри, сейчас малыши там вообще записываются 1 против 30. Ну, куда тут пятый мех ему вводить? Чтобы он еще записывался и вообще там его никто не мог победить. Ну, Это мехи не тронет никто. Да, блин, да я видел, имею в виду. Так а вот эти, получается, сейчас часовые вели, да? Ну, хотя бы какой-то. Вот я сейчас не знаю, что там на минимальных творится. Но, скорее всего, по-моему, сейчас стали появляться. Что с одной стороны, со второй по одному руху. Чисто так. Ну, скорее всего, нет, наверное. Ну да, а люди тратятся не хотят, а смысл, призы никакие. Ну, для чего там вот поход в меха, что он даст? Если у тебя у человека байк прокачан, ну просто спалить расход? Ну просто, как бы, я не вижу смысла даже, вот я не хожу туда в меха, на жести только хожу, иногда там какое-то звание получить. А так и целый год от ивента до ивента меня там вообще не увидишь. Там редко, когда группа подурачится, приходит. Ну смысл мне прийти, расход попалить и получить в подарки там 75 генетики? Ну, как ну я понял, конечно. Ну, это, понимаешь, мне лучше к тебе на экспедицию прийти потыкать, как бы. Ну, да. Вот так. О, кстати, ну, а вот идея насчет беста, имею в виду, турниров, кстати, очень оригинальная. Да, я, кстати, об этом не задумался. Правда, почему нельзя было сделать не турниры? Правда, а что-то сложного. А Серега уже им полгода об этом говорит. А они только все следят за кем-то. Следят за тем, кто на боте стоит, еще за кем-то. А развитие пока ноль. Имею в виду, да, просто в это. Кстати, да, и немного, слушай, можешь приоткрыть историю? Я, получается, я пропустил тогда Никиткин стрим, вообще как таковой. Вообще, саму идею имею в виду, почему перцы вообще, ну, ушли, короче, плюнули на все. Это из-за неправильного этого, получается, из-за неправильной блокировки или раскидывания какого-то. Что-то я, короче, я, в общем, мельком слышал, но я так и не слышал воочию, почему вообще перцы, получается, поставили бойкот вообще как таковой, и, ну, и ушли. Все очень просто. Нарушали правила, допустим, 10 человек, а наказали 5. Мы им наглядно показали, как это нарушается, как это бьется без бота, без всего самим. Там, день-два сидеть и набивать, ну, много очей. Бот не сможет столько набить, сколько мы набили. Ну, одни там скрины показывают, другие еще пытаются что-то доказать через поддержку. Ну, вот они решили, допустим, там 5, что ли, наказать. Нас троих, еще 2 человека. Ну, раз наказывают только тех, кто выше 5 места, мы решили бест пропустить. Да, потому что так не очень честное отношение. Получается, у нас на подземку, ну, вот скажем, открыто, до сегодняшнего дня уже все на всех банах побывали, все. Я сомневаюсь, что вообще кто-то с первого этажа по сотой идет без бота. Ты мне что, на самом деле? Ну да, тут возможно. Нету таких людей. Во-первых, это жрет время, это все, ну, никто не играет. То есть, если надо было, то надо было уже так, скажем, всех брать по делу. А не так, что кто-то видео просто, когда на тот момент снимал, перестал сам бить на боте, он снял этот определенный промежуток, потом выключил видео и сам опять встал на бот. Все же видели, как после того, как нас заблокировали, очки перестали вообще набираться. Да. В первой десятке. Ну, все, короче, перестали. Все начали, ну, просто, да, бояться. Да, ну. Все начали честно донатить и играть сами. Да, да. Ну, вот, хотя должны по-честному были все получить там просто... Нельзя так говорить, что как бы обиделись, там распустили или еще что-то, или там мы боремся за честность проекта, мы вот такие нечестные играем, и все остальные гады. Нет. Скажем так, просто даже, знаешь, устали от того, что игра зашла в тупик. Больше, скажем, вот это разочаровывает. С кем соперничать? Если бы мы пошли, я сомневаюсь бы, что ПД участвовал или еще бы кто-то. Просто очередной бы был бы бест, потраченный там определенные 1000 рублей. И непонятно, ты видел вообще, какой кубок дали? Ну, я не видел. Я имею в виду, я не видел, я не могу зайти. Ну, вот кубок это всегда железный, красивый. Да, да, красивый. Это какую-то стекляшку дали, вообще непонятно. То есть на ходу то ли придумали. Вот кубок за участие лайки и кубок получения на бесте. Ну, на один называется 10 отличий, понимаешь? Кстати, для Роберта бомжа. Мы еще не бомжи, поэтому живем раздельно. И вместе не жили. Нет, это все понятно, как бы, ну, не могу сказать, группу свою надоело, ну, даже тащить не видим смысла из-за того, что
Как тебе понять? Туда надо много вливать, и легче просто перейти уже к топам и сидеть, даже если вот так начать игру, просто сидеть уже у топов и всем топам объединиться. Вот у нас сейчас две группы. Две группы создают эти кошмарки. Вот, грубо говоря, на проекте играет 15-20 человек. Все остальные, ну, кто-то как-то участвует. Побороться им реально за что-то сложно. Но ты, благодаря тебе, ты какую-то аудиторию на себе держишь. Ну да, здесь людям не нравится, кто приходит, они играются, еще что-то. Но это аудитория вот такая вот, как у тебя, ну сколько, вот смотри, стрим в любую игру, зайди в стрим, хотя бы начинается от 200, 300, 500 человек. Да. У нас стрим начинается, вот к тебе заходишь любой день недели, от 20 до 30. Вот сейчас мы начали общаться, начал разговор, пошел, вот уже до 50 вырос. Люди же пришли послушать, всем же интересно, что-то, может, новое раскроет, такое, ух, там, что сейчас проект. Кстати, никого не хочу обижать, мы никогда не считали, не считаем, что мы там вливаем деньги, а вам всем отдыхать. Ни в коем случае, потому что, ну, деньги здесь, конечно, все решают. Но проект всегда для меня, наверное, или для Сереги всегда вторичный. Первичная семья, а потом уже все в проекте. И, конечно, обидно, что весь проект держится на топ-донате. Хотелось бы хотя бы, чтобы на минимальном он работал. Обидно, когда там заходишь на любой полигон, экспо, и начинается ругань, срач вот этот, вы сливаете постоянно. Да вот самое интересное, вот по сути, по-нормальному, многие, короче, выкидывали доказательства о том, что действительно сливаются полигоны, причем сливаются прям, ну так, нехило, так скажем, получается, по информации. И прямо кидают доказательства, но их не банят, понимаешь? Вот в чем смысл. Я вот не могу понять одного. Я им уже предлагал 100 раз, почему нельзя сделать в мехах, чтобы и твоя команда не видела, куда ты в кого ставишь. То есть все у нас по стаду, ну, стадному рефлексу делают. Один вот протон поставил в угол, и все сразу туда 29 ставят. Неважно, были у того человека цели кого-то там снести в этом углу, не было, но они как стадо начинают ставить. А если бы тот человек, допустим, поставил туда что-то, ну и с кем-то там договорился, там втроем, четвером, пятером они там договорились, ну туда полетело бы 5 протонов. А все остальные бы об этом не знали, кто куда поставил. И, соответственно, они бы ставили в других людей, потому что в которых они не заинтересованы. Вот, вот просто, элементарно сделать. Не надо даже ничего глобального тут выдумывать, слив, не слив, просто чтобы твоя команда, чтобы ты не видел даже, куда твоя команда ставит, чтобы ты сам играл от себя. Ну или с кем ты там договорился, с 5 человеками, кого-то вы договорились снести. Почему так не сделать? Это сделать элементарно. То есть это нажимать кнопку, понимаешь? Просто нажать кнопку и все. Ну, так слушай, мехов тогда хрен убьешь, если фокус огня раскидать. Правильно. А этим тебе будет интересней? Ты же, получается, приходишь играть, а не кого-то целенаправленно или стадным рефлексом сносить. Тогда надо пересматривать надо баланс жизни на мехах. Правильно, так это же легче сделать, нежели обвинять кого-то в сливе, кого-то в сговоре, кто-то там в скайпе, в дискорде сидит или еще, понимаешь, или как-то это доказывать. Ну, проще, наверное, что это сделать. Блин, я не знаю, кстати, по форме. Ну и сколько? Вот здесь получается где-то 17 человек, да, 17 человек, 17 мехов убивает одного. Ну, с Азида, допустим, я так прикидываю примерно. Ну, да. Ну, то есть, если так, ну, то сколько должно убивать? 4-5? Ну, то есть, ну, по форме получается. Ну, по форме, смотри, ты же, получается, ты больше по-любому будешь жить, во-первых, ты будет тактика реально работать щитов, желтых, отражей, они пойдут в ход, потому что люди не будут знать, в кого летит. Это начнется ресурс, опять же, ходовой начнется, потому что люди будут до пидростраховки, потому что уже никто ж не знает. Ну, максимум тебя 5 человек там договориться ударить, они тебя навряд ли снесут. Ну так вот тебя... для 5 и сделают, скорее всего. Ну, не будет 17, но если 5 человек тебя попадут, то они снесут. Правильно? Или если целенаправленно, кто в тебя будет целиться, ты на следующий экспо, на следующий меха запомнишь эти 5 человек, кто в тебя целился. И ты уже будешь знать, кто против тебя настроен, кто сидит в дискорде, кто с кем договаривается. И будешь уже, когда этих людей увидишь, ты будешь знать, чего уже от них ожидать. Ну, по крайней мере, так. Ну, и их также не забанят, и будет тебя фокусить, да и все. Ну... Нет, понимаешь, если фокусить, ты уже знаешь, в щит пошел, в отраж пошел, но эти 5 все равно тебя могут не снести, как бы. А так это просто в тебя эти 5 кидают, и еще добавляются еще 25. И там вообще, ну, шанса выжить вообще никакого нет. Не, ну да, если в топе тебя сносят, там как бы, ну, ничего не даст вообще. Вот. Там, однозначно вот. Там снесут все равно. То есть, вот, когда 30-28 человек в тебя тыкают, убивают. Меня все правильно. Время убивают первым, так что я как бы, ну, я научен. Ну, вот, хотя бы вот это исключится, тех, кого это убивают первые. Да, вот. Понимаешь? А вот я, кстати, предлагал по этому поводу, я говорю, сделать анонимайзеры, чтобы ники просто исчезли.
Вот, как вариант. Как вариант Да, хороший, как да. еще один вариант хороший. Да, полностью поддерживаю. Появится, у тебя пришли титанов, видно, сазидов видно, рухов видно, но ников не видно. Видно атаку каждого из них. Ну, выбирай по атаке, по мощности, там, как хочешь. Согласен. Согласен полностью. Кто-то возьмет X25, кто-то возьмет X10, кто-то возьмет капсулы, и будет атака постоянно варьироваться. То есть не подгадаешь атаку. Да. Вот, и я же тогда предлагал, говорю, анонимность. И когда я вот, ну, бомбил по этому поводу, я говорил, мне играть невозможно. Типа, меня спрашивают, Серега, ты почему спишь на мехах? Я говорю, меня задолбали. Я пытался играться, я потратил, короче, примерно 25 отражей, где-то так. И каждые 25 отражей я попал в точку, ты понимаешь? Да. Ну, то есть Нет, я я верю, захожу, играю на Сазиде, 25-й, то есть, ну, сейчас стою, отраж, попал, попал. Я потом говорю, да ну, задолбало, короче, я начал спать. И меня все равно 30-м убивает. То есть, ну, то есть первым меня валили, валили, валили. И я потом скринов целую гору набросал. Ну, то есть там прям в видосе. особенно на жесте такая же самая проблема. На жесте там просто как бы даже звание нереально взять, потому что я же говорю, один, кто тебя хочет вынести целенаправленно. Причем они большинство играют не с основного персонажа, тебя просто ставят первым, а все остальные по формуле нарастания тебя же сносят. Ну, Ну, так же и боты делают. Боты же тоже так же. Они же ставят за первым, кто поставил тычку. поэтому тут, я думаю, проблема у них в этом построении мехов. Но я думаю, они бы, если захотели, ее очень легко решить. Просто я не могу понять, то ли у них программиста на данный момент нет. Просто есть администратор какой-то, но программиста не могут найти за эту сумму, чтобы он их обслуживал проект. Я тоже думаю так же. Я, кстати, я тоже к этому выводу пришел. Я думаю, что И у них они тянут получится. резину, пока не найдут того человека, который сможет сделать это все. Потому что, смотри, глобальные обновления, когда глобальные, прям игровые по тактике, вот, вводят что-то, грубо говоря, два раза апнули питомца, да, там какого-то, и все. То есть все решили просто апать на 20-й, а глобально врезать, то есть нового питомца такого, знаешь, чтобы он разрезал, вот, прям вот, в основном вводят уже уровни. Или, скажем, новые питомцы раз в год бывают, их там как-то добавляют каким-то чудом, может, они дальше были прописаны, мы не знаем, когда игра создавалась, может, они просто в этом ребалансе уже участвовали. А вот что-то новое по умениям, по полигону, по турам, вот это 1-0, когда туры, или вообще непонятно, как состоятся, то есть ходы там. Это. Я пытался узнать, тактика есть по ходам, да? Ты открываешь ее за рубины, все, выходил с ними на диалог, скидывал кучу боев, я писал, говорю, в тактике вы же указываете, правильно? Есть ходы. Меньше ходов, там за один ход он делает, там меньше трех он должен какое-то умение сделать. А вот объясните, когда в игре проходит это три хода? Мне ни один специалист не ответил. Когда в игре проходит три хода? Когда проходит в игре шесть ходов? Когда в игре проходит... Походу специалистов уволили, которые занимались раньше проектом. Вот Да, как и раз. они даже в ходах не могут определиться, потому что там хаос идет. Когда бой начинается, у кого-то машина выезжает, выбивает питомца. У человека выехала с другой стороны машина, она его не выбила вообще ни одного питомца, ни оружия, понимаешь? То есть работает все как-то... Через рендом. Это стандартно, Ну... имею в виду. Они же по максимуму стоят. Я в этой игре, кстати, пришел из-за вот этого рендома, который в игре закинут. Ну Мне просто да, ну... он нравился. Но сейчас, чем, короче, дальше, ну, то есть смотрю, тем больше получается форма. Не хватает мне вот этого части. Не хватает именно рендома мне дальше, потому что все стало более-менее предсказуемо. То есть вот такая вот у меня. Хотя меня недавно Олег удивил. То есть, ну, я видео делал, эпичные бои, где человек 26 уровня с характеристиками, он не накачанный, у него питомцев нету, короче, что-то он слабый реально. С характеристиками 100 тысяч он меня завалил просто. Я просто в ахуе был вообще это. Ну, то есть Ну, для меня как бы ты был шоком это это. понимаешь, вот если бы он на тебя напал бы хотя бы раз 20, из этих 20 хотя бы тебе там хотя бы 3-4 раза победил, тогда да. А так он на тебя нападет 1000 раз, и это будет один раз, вот этот, который ты с ним видел. А один раз это, понимаешь, как, ну, где-то там, может, в туре каком-то зарандомит, еще где-то там. Один раз это может быть там, у тебя ты просто стоял, у него просто напротив работало все оглушение. А ты просто смотрел, опять же, проходы. Сколько он там бил и сколько его питомцы били, неизвестно. А это да, мне, кстати, тоже вот эта вот фича нравилась. Это я долго смеялся, типа, часто бывает такое, когда бой рассчитан на то, что ты должен действительно проиграть, твой персонаж начинает тупить, просто конкретно Да. тупить. Он просто стоит, ничего не делает, не ударяет. Я специально такие бои просматривал, то есть, и у меня дружбан, я, говорит, что-то понять не могу. Я говорю, что, да вот постоянно, вот бывает, на тебя нападаешь, и, говорит, вроде ты вот раскачанный, все, а вот бой сделан так, чтобы я проиграл. И мой, говорит, персонаж по 4, по 5 ходов просто тупо стоит и все, и типа смотрит, говорит, на тебя, как дурак, говорит, ни одного удара не сделает. Я говорю, ну слушай, я тоже не могу понять. У меня нет такого количества оглушений, тоже нету часто.
Да, вот я вот от проекта, знаешь, вот ушел, ну, примерно, вот, грубо говоря, там, ну, как бы мы ушли, так, потыкать в другой проект, ну, чуть-чуть, скажем, отдохнуть от этого, и, ну, сейчас мы тут уже, что видел, мы в группу вернулись, как бы, потихоньку играем, просто хотим посмотреть, что будет на новой платформе, и действительно ли говорят, или это говорят просто, как обычно нам, что оно что-то наладится, посмотреть вообще, во всяком случае. Пришли вот другой проект, да, там есть интересные вещи, там вот если бы нашим великим разработчикам прийти туда, и просто не надо даже что-то придумывать, а можно взять непосредственно уже готового, понимаешь, успешного готового. Там есть очень много вещей, особенно что касается для тех, кто новички. То, что у нас называется рандомом, это называется фиксинг игроков. То есть, допустим, там выходят герои, как вот у нас герои Мары выходят, вот это что же, те же самые питомцы, да, там герои выходят. И у каждого героя там присутствует процент. Ты этот процент можешь поднимать, естественно, книжками, талантами, там разными способами процент, ну, поднимать ты можешь. И действительно, если ты поднимаешь защиту или сопротивление, или меткость, и все там это описывается в тактике, оно работает. С выходом нового питомца некоторых питомцев могут нерфить. И об этом тебе прям обновление выпускают. Ну, пожалуйста, я так понимаю, рандом зависит у нас точно так же от этого, только у нас нерф не указывает, потому что выходит в январе питомец, он в январе прям царь, даже на плюс 8. Он там рулит, выходит каждый ход, делает на плюс 8, даже если не на плюс 15, а даже на плюс 8. Эти умения свои юзают чуть ли не через одно, все хвалят. Ну, короче, пока артефакт у него есть в магазине, он рулит. Да, 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 и все. А потом его все забывают, он как исчезает, то есть его нерфят. Ну, я только не могу понять, они это называют рандомом. В профессиональных играх это называется уже просто официальное нерфинг. Это, пожалуйста, вот есть вот процент, допустим, с какой тут процент у нас? Вот с шансом 50, вот, допустим, блохи, с шансом 50% кусают врага, да? На 7 урода в размере 10% от максимального здоровья восстанавливает его часть хозяина. Ну, так хорошо, вы не хотите, чтобы рулил блохиш, понерфите его, скажите сейчас, в связи с этим, он уже наносит 30%. То есть я уже буду по тактике знать, что блохиша понерфили, дали преимущество какому-то другому питомцу, я могу в тактике что-то поменять своей и дальше как бы участвовать. А так получается, они нерфят что-то, что, допустим, ты не знаешь от чего, как бы, чему плясать. Ввели кучу всего, что-то сами нерфят, что-то сами апают, а ты что, дурак, гадай, перекачивай каждый раз эту тактику, в непонятках просто попадешь ты, кого они не занерфили, а кого занерфили питомца, понимаешь? Ну, я понял. Серег, слушай, скажи, а идея, вот, знаешь, интересная, по поводу, вот, как игроки, слушай, прислушиваются там. Ты же смотрел, вот, видосы, получается, ну, да. Имею в виду, по самой игрушке, как, да, ну, да. Имею в виду, как вообще Shadow Legend там, как с игроками вообще ведется вот это, ну. Ну а там, кстати, Серег, расскажи, как там помогают тебе. Там тебе могут помочь развиться, как бы, там за вот это не считается, то, что зашел на другой аккаунт человека, это мультиводство. Там это не считается, там это считается, даже приветствуется за помощь. Соответственно, ты берешь, тебе помогают в расстановке тактики, в расстановке, ну, там это работает, понимаешь, что самое главное, там не написано рандом. Там все упор сделано на тактику. То есть не то, что ты, как у нас, непонятно, что понаставил, оно работает. Да, а там люди непосредственно знают. Ты вот шмот одеваешь, там куча шмота, там шмота просто гора. Там да, так, да, да, я тоже смотрел, имею в виду. Просто и, там как... на атаку, короче, на какие-то заклинатели, бля. Ну, я... смотри, там каждый шмот, версия шмота, да, там у них вот разновидности шмотов, я даже не знаю, сколько, вот, честно, я не буду тебе, чтобы не соврать, я еще сам там до конца... Потом... Серег, я на четвертом видосе по шмоту, короче, я уже потерялся. Сдался. Да, да, я просто физически не смог. Там типа, да. Сегодня, а, причем самое интересное, там чувак, у него, по-моему, 10 или 20 видосов по шмоту, я говорю, я на четвертом сдался. Я просто физически, да, сдался. И смотри, там в чем там прикол есть. Там есть шмот, ветка шмота, скажем так, этих веток очень много. И в каждой ветке есть шмот, который просто атака, атака процент. Допустим, скорость, проценты, под ней еще проценты какие-то идут. То есть там каждый шмот, не то, что ты вытянул и все, и радуйся жизни, а тебе надо именно под определенного героя, там, определенно это, тебе надо или процент найти, или скорость найти. То есть ты в процессе постоянного поиска под определенного героя. Допустим, там есть герой, которому меткость вообще нельзя качать, это там тебе рассказывают. То есть если ты хочешь побеждать, и чтобы он убил крит уроном, ему меткость нельзя поднимать. Если ты поднял, она сразу начинает другие умения делать. То есть там от этого все зависит, понимаешь? Там вот есть показатели, вот как у нас, вот, сила, талант. Вот я не понимаю, почему у нас не расширить эту грань. То есть это было бы еще интереснее. Допустим, сила, защита, сопротивление. То есть
расширить характеристики самого героя. Почему этого не сделать? И чтобы они работали реально. Чтобы, да, чтобы они работали. Думал логически, как настроишь, да. А не так, рандомно. И не могу, не могу понять. Тут все качают силы, ну понимаешь, превратился в стандарт. То есть качай силы, качай живучесть, и все. Вот тебе твое счастье всего персонажа. Ну, так у нас, смотри, разница получается в этом. Смотри, у нас получается за все время, которое есть, вот как ты сказал, ну, Серега, что вводят новых питомцев, да, то есть старых, ну, буквально нерфят, да, там выставляют что-то где-то, ну, то есть меняется. У нас же да. Что происходит? У нас текущая ситуация, у нас вводится новый питомец, добавляется к нему умелки, то есть и не меняется, по сути, ничего. Да, да. Ну, то есть типа такого. Вот. Не меняется на самом деле, не меняется у нас, а у них все меняется. То есть они сами самостоятельно эти проценты пишут, как на стандарте он выходит, но я думаю, их хорошо некоторые герои даже не делают приблизительно свои характеристики и умений. Ты вот когда будешь, посмотри, просто одного питомца какого-то поставь и посмотришь, какие он умения сделает. Он из своих навыков, даже если максимально у тебя прокачан, какой-то один или два сделает и все. А остальные, то, что у него там 5 или 6 еще прописано, он просто их не будет даже делать. Ну да, это он, имею в виду, вот этот шанс изначально, короче, видимо, как кости выкинут в самом начале боя, и все, ему скажут, что он их применять не должен. Ну то есть все, он их не будет применять. Вот это же я и называю понерфили, только они самостоятельно решили, какую кнопочку там, галочку напротив убрать, чтобы он это умение не делал, чтобы какой-то, по ихнему мнению, был ребаланс. То есть, ну, соответственно, ставит другой вопрос, зачем тогда его качать на 20? Ну, да. Как-то, да, ну, если вы мне подключаете умения какие-то, которые не работают, смысл я его апал и качал. Хотя у человека на плюс 10 он работает так же. Ну да, типа, короче, качал его, по сути, зазря. Ну, можно так сказать, и вкинулся, короче, да? Зазря. Слушай, скажи, а как в игрушке там вообще, имею в виду, как донат? Имею в виду форма. Вот получается, вы же туда пришли, уже проект там, ну, существует, так скажем, уже тоже нехило. Я не знаю, сколько лет. Как, да, имею в виду расчет? Вот если попадешь против донатного человека, у которого и наборы собраны, получается, одежды, да? Тяжело. Я тебе могу сказать одно, тяжело. Тяжело однозначно, ты там ничего не сможешь сделать. Естественно, так и у нас ты попадешь в такую ситуацию, как у нас, грубо говоря, ты зарегистрировался и попробуешь напасть на меня, к примеру. Но с этого навряд ли что получится. Единственное, что там хорошо, там ты заходишь, и там тебе сыпят очень-очень-очень много всего, что тебе позволяет в течение... Бесплатно. Да, бесплатно. Ну, ты должен там играть, естественно. Мне нравится, да, бесплатно. Какие-то задания выполнять. Да, ты должен выполнять задания, но ты играть там должен, скажем так. Ты просто должен там играть на протяжении месяца 3-4, 5, даже без доната, выполнять миссии, задания, там столько заданий, и... Знаешь, на чем самый проект подтягивает? Да, у нас тут просто ты зашел и сидишь, смотришь, а там люди, вот у него есть определенные задания. Вот, то есть ты их выполняй, и ты будешь получать от этого ресурсы. Тебе не надо никого же... Те же самые рубины ты получаешь. Да, кстати, там есть 15 рубинов в день, тебе дают бесплатно. Тебе дают сначала, ты выполняешь эти задания, бесплатные рубины, и ты за эти бесплатные рубины сам себе шахту открываешь. И эта шахта по 15 рубинов дает тебе в день. Не надо ни месячный план, ничего. Ты просто их копишь, и ты со временем, с каким-то определенным промежутком, станешь тоже... Более-менее, короче, ну я понял. Нет, средним ты станешь сразу. Если ты все миссии... Там, допустим, если ты вообще все миссии повыполняешь, тебе там сыпят эксклюзивных, то есть питомцев, ну, для героев, там, все тебе делают, как бы. Ты, у тебя шансы, если ты осколки собираешь. Там самая проблема, без доната, скорее всего, не обойтись, это там герой, когда выходит, у него... Своя ветка таланта, вот один герой берем, у него есть таланты, это раз ветка. Потом у него есть ветка умений, это вторая ветка. То есть у нас талант, это заключается в одном, а там и талант, и умения, это разные абсолютно вещи. И плюс у него есть еще опыт и... Характеристики еще. Характеристики, да. Там получается, у него много зависит. И ты вот самое проблемное в этой всей сфере, это найти книжки. Их тоже можно нафармить, там все, это их проблем не нафармить, чтобы раскрыть этого героя. И чтобы он, допустим, умения свои, там, вот стандартный герой делает, допустим, определенного умения через 4 хода, да? Ага. Ты когда книжками там его зарядил на полностью, он начинает там, допустим, через 2 их делать. То есть становится лучше, у тебя же, соответственно, поднимается, ты плюс от этого получаешь. То есть, как бы, умения гораздо чаще используют. Ну, если там очень все. Ну, мне даже как бы это проект такой, значит, на любителя. Не хочу сказать, что там. Ну, я понимаю. А кстати, а почему именно этот проект? Популярный. А, просто популярности, я понял. Просто популярность, топ-1. Уже второй или третий год. Просто интересно. Сколько нас, кстати, сколько наших музваровцев там сейчас? Да я даже не знаю сколько. Я ж особо, мы как бы не сильно такие, скажем так,
общительные люди в плане того, что поговорить, там, пообщаться, кому-то что-то подсказать, это пожалуйста. А у каждого есть работа и семья. Я, насколько помню, там 6 человек знаю. Остальных, может быть, кто-то там скрывается, еще что-то. Мало ли. Сколько человек можно собрать вместе на битву? 30. На битву? На какую? А там люди не собираются вместе. Там ты полноценно от своего персонажа как бы зависишь, от своих героев. Ты сам потом-то мы собирались на битву. А группа там получается 30 человек. Вы собираетесь только тогда, когда надо босса там бить. Там вот босс есть, за который даются определенные награды. В этом участвует вся группа. Чем больше босса вы ударите, тем больше вы наград получите. Паша, создавай. Последнее имею в виду. Пашка, создавай Скорпиона. Пока есть. Да, так что там сказать, что очень разные игры. Честно сказать, пошел больше посмотреть, что в популярном проекте такое, чего нет здесь. Вот самая главная, наверное, цель была. Ну, для разнообразия посмотреть, в принципе, стратегии. Одна и та же, я думаю, программисты, которые в ногу со временем идут, они как-то, наверное... Вот сама идея мне больше понравилась, когда вы сказали, что нету, короче, этого. Ну, в общем, что-то или с программистами там произошло, ну, то есть, что типа, ну, либо что-то с разработчиками, то есть, получается, топовые разработчики игры, видимо, ушли из проекта, ну, то есть, соответственно, проект, короче, находится в стадии стагнации. Вот это больше мне верится, кстати, такая, знаешь, такая прям более-менее актуальная. Так. А это было заметно, знаешь, когда поддержка не отвечала по 3-4 месяца. Ну, да. Ни на форуме, ни в поддержке, нигде люди просто не отвечали на ту необходимую информацию, не давали. Которая была вот необходима. Или там просто один человек в данный момент, это сбросили сейчас на одного человека, который отвечает за поддержку и за общение с нами. И он физически ничего не... Ну, там надо понимать, что разработать эту игру, как бы, чтобы все работало, это надо тестировать. Чтобы ты когда-то что-то вводишь, это надо не пускать игроков хотя бы день-два в игру. Потому что какой-то баг вылезет, проверить столько боев, как это отразится на полигоне, как это отразится на... А у них же есть бета-серваки. Ты же помнишь ситуацию, когда в 2017 году я слил информацию о том, что будет на Новый год еще во время этого? Помню. Помнишь, да? Я тогда, короче, когда информацию слил, и у них появился бета-сервер сразу же. Да. Ну, вопрос, есть... кто имеет туда доступ? Один человек или все-таки группа разработчиков, которые следит за проектом? Да, скорее всего, разработчики, наверное, все имеют. И причем самое интересное, второй глюк мы столкнулись и здесь. Помните рассинхрон серваков европейских и наших? Да. Когда фейсбуковцы все вылетели полностью, целиком. Да. Я делал, короче, видос. Не, ребятам, конечно, спасибо, все. И вспомни, сколько это чинили. Вот и делай. Просто позвали ребят с другого, ну, с ихнего офиса, но я думаю, наверное, они пришли и просто налаживались. Ты вот посмотри, у них сколько проектов, и открой их непопулярность. Где находится Music Wars? У них же как бы люди занимаются проектами. Я не пойму, почему Destiny бросила именно... Типа, ну, вот самое интересное, вот по проекту, потом уже самому, то есть сказали, что типа живет, ну, 5 лет проект примерно средний. Ну, на флеше. У нашей игре уже, бля, 8 лет. Ну, то есть. Ну, хотя ее вводят, меняют, что-то, короче, делают, но все равно это, по-моему, мало. Я предполагаю, что что-то не хватает. И я вот предлагал, как этот, у меня тоже и видос есть, типа, умелки. Умелки баланса называются. Я в свое время игрался в такую игрушку, как БК, ну, бойцовский клуб. И там такая же была проблема. Люди, которые сильно много задонатили, они очень быстро ушли вверх. Ну, то есть, их невозможно было догнать, и игроки стали так же, как у нас, терять интерес. Так вот, что сделали разработчики? Они ввели, короче, получается, умения, которые нивелировали разницу в боях. Это абсолютные щиты. То есть, абсолютный щит, это, короче, был навык для мелких уровней. То есть, получается, ну, если твоя сила ниже среднего по уровням, да, то тебе был доступен абсолютный щит, который давал тебе возможность несколько раз бить, короче, ну, более топовых игроков. Потом появилась такая вещь, как шипастые щиты, то есть обратный урон называемый. Ну, то есть более сильным игрокам эффекта от них не было никакого, ну, то есть получается. Ну, тебя, если бьют по 1000, обратный урон в 20, ну, нифига, да. А вот здесь он как бы и поглощал, и обратный урон возвращался, то есть противнику, который бьет миллион, знаешь, это было очень нехило, то есть... Их самое интересное, и когда чувака выставляли, там, понимаешь, мясом заваливали. То есть чуваки приходят с этими щитами, и они вставали на передней линии. И просто топы, понимаешь, об них. То есть вот 50 человек пытаются убить одного.
Да. И вот, и представь, эти чуваки стояли со щитами. У них стоит прямо, у них умелка раскачана, всего одна. Обратный урон шипы. И они стоят, и понимаешь, ему ударить некого. У них вот эти щиты стоят, и он их бьет, и себя бьет, и лечится постоянно, понимаешь? То есть ему по-другому не получается, и он бьет себя каждый раз, и лечится. Он их убивает, но смысл стоит в том, что он при этом, короче, тратит, допустим, количество бутылок и лечения ограничено. А стой, суммонеры поднимают обратно, короче, их. Ну, то есть восстанавливают. Ну, и там очень интересная вещь. И это ну, как бы ввело баланс в игру. То есть топы перестали нападать. Ну, то есть они боялись, то есть, что вот такая херня начинает происходить. То есть человек попадает, ну, на реальные бабки. Потому что зелья стоят бабки. Там все эти, ну, короче, все стоит. А здесь простая армия, короче, из мелких чуваков с этими щитами выбивала топа. Ну, то есть это было такая, знаешь, такая. И вот я предложил эти навыки, ну, для введения мастеров. Тоже молчок. Как бы, ну, не говорят, но здесь та же вот система возвращения идет, обратная система возвращения, то, что не хватает разработчиков. Вот, ну, всегда утыкаемся в одно и то же. Сори, интернет пропадает. Обидно, что они не пытаются вот это улучшить, прислушаться к этому. Им же говорят не просто люди, которые первый раз зашли или сыграли неделю, давай там свои требования. Люди, которые играют год, два, три, больше уже. Странно. Ну, вас, короче, еще в игре можно иногда даже увидеть, да, у нас теперь. Теперь вы периодически заходите, ну, короче, теперь перестали напрягаться, да, то есть я думаю, что... Ну, как, играем, как бы, играем, смотрим. Особенно на полигонах, когда мы приходим с обычным оружием. Знаешь, как там интересно? Мы вас победим, порвем на клычки. А сами наберут волн, протон, а вот мне просто интересно, люди... Вот не обидно человеку потратить протоны, волны, вот не просто к людям к этим. Есть экспа, сходил еще на экспо, ты можешь к себе приди, ну помоги пройди экспо, еще там ребятам. Ты же просто потратишь волны, фазы, протоны. За что? За торны. Между прочим, делать скрин, как ты повержен, и потом показать группе ВК, это гораздо большего стоит. Кстати, вот, а вы, вот я посмотрел, кстати, допустим, у того же, ну, имею в виду, Perfect One, у Андрюхи, у него полностью забитый этот. И даже был удивлен, что он золотые призы набрал в башне. Как таковы. Вы вообще в башню, ребят, играли? Вообще, как имею в виду это? А нас всегда там убивают, поэтому не можем, не могу медальку что-то сделать. Ну, скажем так, не задавали даже цели. А, ну я понял, короче, хер забили. Так скажи честно, когда мы хер забили. Ходить одному смысла нету. Поэтому ходить туда над толпой, как все и делают. Я, честно сказать, жду ивент, или может, когда подарки там нормальные будут, чтобы хотя бы было смысл. А только что пришел 100 рубинов туда потратил, против тебя объединились четверо, и куда ты их потратил? Ну, да, это есть такая фича. Там типа считается, что башню сделали же, типа, что донат не решает. Ну, ждем ивент, ребята уже, ну, то есть, проговорились они как бы уже несколько раз по этому поводу. Ну, я тебе честно хочу сказать, я думаю, его не будет. Он, кстати, спрашивает, ребят, читаете в чате, нет? Санчес, да, нормально, что, какая разница? Человек тоже ведет стрим, ну, общается, чего нет, как бы у него своя точка зрения ко всему есть. Ну да. Ну, я тоже имею в виду. Когда он в 4 утра сидит, там бедный, да, стрим ведет. Да. Его надо поддерживать еще донатом, потому что человек реально там сидит и по 12 часов. Не, я имею в виду, честно, вот Сашки у меня другое. Вот, у него, говорит, там проблема в Хабаровске. В Хабаровске, ребят, я сам с Дальнего Востока, ну, то есть так же, как он. У нас с ними разница, мы, короче, 1000 километров. Ну, 1000 километров для Дальнего Востока — это херня. Если там гектар дают на халяву просто так, знаешь, типа, приезжай, живи. Представьте, насколько там огромные расстояния. Ну, то есть, да, там просто, типа, приехал, живи, действительно, оно так и есть. Вертолет надо иметь, да? Нет, а на вертолеты и передвигаются. Ну, я же что говорю, только еще свой надо иметь, чтобы оно было к соседу приехали в гости. Ну, кстати... Ему поактивнее надо вести как-то. Он немножко так тихо как-то ведет. Это, может, помнишь это, док, Угар Кумар был, интервью брал у всех, и меня в том числе. Вот я помню, знаешь кого? Руни. Вот насчет Руни и то, что он собака канал продал, Никита, ему знаешь, что охота сделать? Ему охота немножко голову поправить. Я его несколько раз говорил. А второй, короче, кто меня, знаешь, пожалел, вот когда я ему пришел, говорю, Никита, у тебя Серега пришел, Виталя пришел, да, вы разговаривали на стриме. Он, да, разговаривали. Говорю, где, сука, стрим? Я его удалил. Я говорю, бля, Никита, ёб-помать. Я говорю, ты охерел? Он там говорит, такой, знаешь, как вот все без перечика пришли. Да, так обыкновенные игроки. Просто что у нас как бы время в этом проекте проведено. А так, как бы, не могу сказать, что мы там чем-то отличаемся. Есть, наверное, более эпатажные люди на этом проекте, более, которые хотят
ну, я не вижу смысла, понимаешь, как проект это более такое, тут посидели, потыкали, вечером... Так нет, я многим говорю, ребят, говорю, это игра, это отдых. Это игра, вот, правильно, первое, что тут должно стоять, это игра, это никакие... Никогда не переносите игру в жизнь, да. Это глупость большая. Ага, а вот ты сейчас скажи, смотри, полигоны по часу, да? 3 билета на полигон, 3 часа надо тупо просидеть, экспедицию это... еще минимум 40 минут, да? Еще 4 часа, да? Бои побить 2 раза, да? Еще сколько времени? Ребята, у меня 6 часов уходит, то есть... Ну, я думаю, мы делали не для того, чтобы кто-то что-то выиграл, а для того, чтобы кто-то больше тратился. Нет, ты же хочешь победить на полигоне, там, жесть сейчас начнется, и ты будешь сидеть. А куда тебе деваться? Да. Сидеть 4 часа. А между часом первым и вторым будешь ходить еще куда-то вкладывать ту же денежку? Ну вот, допустим, вот я часто делаю так же, вот я сижу в танке, и вот реально я вот открыл полигон, да, записался, и сижу в танке играюсь, он у меня открыт на втором этом, ну, на втором экране, короче, я сижу, тыкаю там и там одновременно, то есть, вообще, ну, уже привык такой. Вот, а второй, короче, человек, который у меня этот, это Слава, Славика, помните этого, Music War Stop? Ну, он, который 6 тронов взял сразу же полностью. Да, 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 да. Да. И ты прикаляешь, он это видео тоже удалил. Вместе с каналом. Я его 5 раз просил. Я говорю, отдай мне видео. Я говорю, скинул бы хотя бы. Не хочет там свое вести. Ну, нет, 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 нет. Ты понимаешь, он сказал, все нормально, Серега, я тебе дам, но у меня сейчас работа. И я его 5 раз просил. И он 5 раз. Я сейчас не дома. Я сейчас там у друга. Я-то там-то, короче. Я недавно с ним разговаривал, он разбил, короче, квадроцикл за 12 тысяч долларов. Просто разбил в хлам. Я говорю, тебе делать нечего. А, еще куплю, знаешь. Я говорю, ну пиздец, блядь. Вот, что за люди? Мне вот интересно, что будет с проектом. И твое мнение интересно послушать. Ты тоже общался на этом стриме. Что станет с проектом с уходом флешплеера и останется платформа? То есть останутся те игроки, у которых есть ПК. Ну да. А, часто ты заходишь куда? Ну, в группу к себе, на экспо, на полигон, и в основном наши, ну, идет надпись «Пуффин». А «Пуффин» будет так же работать. У тебя, короче, смотри, делать, короче, ситуация будет такая. Это останется такая же браузерная игрушка, как она осталась. Просто ты, просто этот сайт, вот который сейчас, перейдет на игровую платформу. То есть... Правильно. Ну, а смотри, как если Пуффин везде пофиксят, как он останется на телефоне? Как вариант отдельную платформу делать? Да, она, короче, будет на HTML5. Ребят, будет HTML5, он будет вызывать, короче, сайт внутренний, на котором будет находиться флешплеер, и на флешплеере будет открываться этот. Он также будет работать. Почти то есть это бот. Как бот. А, ну бот? Бот будет также работать. Я и говорю, как бот. Да, то есть никаких проблем не будет, ребят. Все будет работать так же, как работает. Причина только будет в долгой загрузке. Потому что будет HTML5, он не напрямую будет работать. То есть будет тройная пересылка. Это будет ну, более говнянная, короче, так скажем, ситуация, чем прямое онлайн-соединение. Будет такая. Ну вот представь, теперь с телефона выглядит это все. Ну, как и сейчас. У нас же шутка недаром стоит. Ребята, ждите. Типа, знаешь, 30 минут later. Ребят, я захожу, Пуффин грузится. One hour later, да, типа. Типа, час прошло, да. Ты где там, Серега? Да грузится у меня Пуффин, знаешь. Нет, точно. Ну, посмотрим. Интересно, что получится со всеми новыми настройками, переходами. Я, во всяком случае, жду, что подымут средний уровень игроков. Мне это интересно. Ну, мне интересно, что там, у нас один ральфик там, да, там, ну, задонать ты еще больше догонишь ты этих ральфиков, ватрушку. Ну, что, с двумя игроками на проекте, ну, конкурировать там, суперхлюпи, кто там еще пытается там лезть вперед в топы. Ну, это неинтересно, то есть, ради чего? И каких-то призов, какой еще кубок, у меня этих кубков, ну, честно, надпись только год меняется и все. Какой от этого плюс? Не вижу. Ну, это же самоудовлетворение, ты же знаешь, что получается. Ты ну, не как... прав, самоудовлетворение это совсем другая тема. Это мы в отдельном стриме поговорим. Ну, все равно, ну, давайте скажем. Ну, ребят, ну это же отдых. Ну, реально, это отдых. И получается, человек, вот многие, вот, допустим, тот же самый Пашка Носорог, он же тоже говорит: я люблю играть комфортно в эту игру. Для этого он закидывает деньги. Он комфортно, чтобы чувствоваться. Да. И также и здесь имею в виду. Но бест это не удовольствие. Бест это маразм, который привязан 7 дней. Тебе надо ночью допнуться, утром допнуться, в обед допнуться. И тебе так 7 дней, 24 часа в сутки надо тупо ходить допаться, понимаешь? И выбирать там что. Это, мягко говоря, не комфорт.
Нет, я вот против, как ты сказал, Влад, а вообще имею в виду, ваша идея меня очень... Почему нельзя было сделать best of the best жесть? Вот меня прямо очень, меня так, знаешь, я так задумался, правда, а почему нельзя было? Новые эвенты есть, какого типа фига, ну... Вот ну... элементарный новый эвент, башня, башня в best of the best. Почему это не сделать? Она сырая, это... потому что... Ну ничего страшного, но так зато это был бы интерес. Самое главное, что интерес проявить к игре. А там даже если какие-то косяки кто-то бы обнаружал, на них бы закрыли глаза, сам был бы синус, и проект бы ожил, понимаешь? Людям надо что-то новое, что-то так вот все, ну, вот сейчас смотри, все ждут Хэллоуина, что там ждать? Крылья опять Дракулы в лотерее непонятное разыгрываться, и очередной там для этого, для Дракулы что-то разыграют. Не, ну, ну да, сейчас будет то же самое, однозначно, сейчас многих имею в виду это, плюс до того, что сказали, что будет спецпредложение на 10-го Дракулу, но это для новых игроков, ну то есть, ну, которые да, появятся. Да, 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 но, а так вот, ну смысл вообще, то есть люди настолько вот сделаны, я понимаю, что тяжело брать, я бы ввел еще, знаешь, какая вот у меня идея есть, почему они ее не пользуются, не знаю, ввел бы 20 ивентов сюда, вот к этим, что есть у нас, сколько там у нас, их там штук 10 наберется, да, наверное? Ивентов? Да. Ну да, да, да. Да, штук 10 есть, еще бы штук 10 вел. Для чего? Для того, чтобы один эвент был раз в год. Чтобы люди реально скучали и люди реально будут вкладываться. Понимаешь? То есть, вот реально пришел ивент, и ты думаешь, так, это же его не будет целый год, потоплю-ка я тут, может что-то я тут выиграю, даже такое ценное для себя, по, ну, попиарюсь. То есть, реально, он выиграл, допустим, скажем, подзимку в этом году, понимаешь? Это ну и награда, я думаю, Серег, должна быть не кубок, а реально да, да. другая совершенно. Да, кубок, да, да. Он, кому-то дали, например, вот этот, как ты называешь, этот, который висит на стене. А, плакат. Платиновый диск. Плакат. Три года, да. Кому-то обещали, что дадут, но не дают. Ну реально, когда ты... Вот сейчас кто качает с подарков этого, как он называется? Маску? Зомби стайл, да. Ну? Все, кто хочет прокачать, вложите 2000 рубинов. Гарантирую, на следующую 3000 у вас она выпадет плюс 10. А. Потому что это заложено в проект. Да, это так называемый рандом, который все ждут. Да, меньше 3 ты ее не выпадешь. Ну нет, вот какой-то вот такой вот рандом. Знаешь, 3-5 человек с проекта. Ну, а кстати, много эту маску не выкачали, по-моему. Там он, да, говорят. А, типа... Очень много. Я много списываюсь с кем, общаюсь. Я и сам ругался тоже. Ну так, ну блин, это же типа новое, видишь, что-то типа, навсегда теперь. Я вообще, когда первый раз имею в виду смотрел, говорю, мне пятая маска выпала, я говорю, а мне нахер она нужна? Я же считаю, что она временная, то есть, ну, на этот идет. А ее нифига на 10-й апнуло, там сделали, короче, и общий. Я такой, ага, нифига себе, думаю, вот это они классно придумали. Да, то есть, получается, ничего не введя, ввели новое. Это было для меня, конечно, шоком. Ну, вот это сейчас за что говорю, вот это мне непонятно. Знаешь, было бы как-то очень интересно... людей вот так вот привить к этому ко всему. Многое чего можно. Даже не прикладывая программного обеспечения, можно уже с этой игры, просто тут база такая настолько большая, что уже можно с нее выжать даже еще больше. Ну вот сейчас новогодний проект нам сейчас закинут на новый движок. Вот, ну буквально остается тут, ну, месяц. Да, ну, считай, ноябрь только прожить и все. Уже октябрь уже к концу, весь ноябрь и все. Декабрь уже будем там дни считать. У всех, скорее всего, сообщения появятся о том, что вы хотите вы перейти на новый движок. Нет, игровой проект, типа, покидает покидает стены, короче, социальных сетей. То есть будет вот такая штука, короче. Вот, ну, будет, ну, я вот не знаю, как он... Ну, посмотрим, короче, как оно потянет. Я пока вообще тоже близко не представляю. Ну, чисто для ПК вытащить, как уже говорили, это уже будет херово. Будет уже прям печаль. Ну, посмотрим. Ну, да. Ну, я же тебе говорю, можно в этом проекте вытащить и сделать столько всего, что просто даже на этой базе, которую они создали, даже не апа эти уровни, какие-то там ребалансы, просто для игроков поднять интерес, чтобы был интерес. А интерес можно чем-то поднять, это или хорошими наградами, или я даже не знаю, чем. Разнообразие обычно кидается. Чем сложнее, короче, форма в игре, у нас же так же, сколько, считай, вещей, да, сколько навыков, все, но этого все равно не хватает. Все равно большая, огромная разница между, получается, донатами и между игроками. Вообще, самое интересное, ты же видел бета-проект? Бета, когда она создавалась, она же не была мультяшная, она была в виде аниме сделана, там такая, видел же? Красивая, короче, игра. Первые питомцы в виде гориллы были, которых убрали там тоже. Их же тоже, ну, не осталось.
Блин, какие жиры вообще, просто ты видел, жалко, что вы не видите, что они творят вообще. Они просто уничтожают он вообще все. Пока мы разговариваем, они просто тут протонками все разбирают. Какой протонки? Волны кидают? Не, ну волны-то да, это под концовку. Так они протонами убили всех клещей с первого раза, можно сказать, там, подчистую злые. А говорят, вообще. Донатов нет в игре или донатов. Да нету. А он... Откуда они? Ты видишь где-то донатов? Я не вижу вообще, сладость. Нету. Справа чат почитай. Пиво, 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 пиво. Донатят и донатят в пиво все. Ладно, давайте, ребят, я, наверное, это включу дальше. Дальше дослушаем, короче, треки. Да, пойдем, потому что идет. Вообще, я как бы поговорил примерно. Ну, я примерно понял, по крайней мере, вопросы, которые меня очень сильно интересовали. Ну, о несправедливости. Ну, то есть, я так и понял, что, типа, наказали, короче, часть игроков, несправедливо наказали, чтобы остальные боялись. То есть, ну, это вот так, короче, для меня. Ну, как я, ну, как я услышал. Как говорится, они заметили каждого второго. Или того, кого они хотели. Того, кого они хотели. Это вот. Да, не тех, кто нарушал, да. Ну, потому что, ну, плакаем в руки. Не первый раз же говорили про мисс Лето, да? Ну, то есть такая система была. Сколько у нее нарушений было, да? Не первый раз. Не первый раз, не таких этих. То есть ее, конечно, многие ругают. Ну, человек вот хочет именно так играть. Ну, я тоже не могу ничего сказать. Им же Метеор в инфе написал там, если кто хочет, почитайте, что в эти первые два дня сколько человек набил сам. Бот столько в жизни не набьет. Ну, с этим, с КД боев он не набьет столько, это однозначно. Абсолютно. Да, может быть, был он на ускорителе, но все равно он набивал сам. Ну, наказание было именно за бота. Да, 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 да. Ботоводство. Которого не было. Ну, типа, да, вот многие, короче, да, возмущались. Ну, что ботоводы. Так они пытаются, видишь, бороться. Вот это КД боев, оно сделано из-за спидхака. Ну, то есть убрано, получается. Ну, да. Спидхак убрали, да. Я понимаю, ботов все равно разрабатываются при поддержке разработчиков игры. По-другому не будет. Если честно, нет. Боты, короче, которые есть, там действительно, я с ребятами разговаривал, я же получал от них спонсорку. Я же за это тоже в бан улетел. Ну, то есть, поэтому, ну, имею в виду, там, когда я разговаривал с ребятами, они говорят, у нас очень хорошие программисты. Типа, вы считаете, что так, ну, имею в виду, мы проект этот разбирали, короче, досконально. Вот все вот эти флеш-файлы, которые внутренние, они полностью их разбирали. То есть, они говорят, мы по игре знаем больше, чем многие знают. То есть, типа, они так прямо мне и сказали. Как, говорит, вообще многие механики работают, игроки даже не представляют. Я говорю, ну а что, типа, вот, говорит, там есть, у нас, мы можем сделать так, что мы, типа, играемся, короче, вроде как бы на вашем сайте, но на наших полностью настройках. То есть у нас другие персонажи, они по-другому ходят, они по-другому бьют. Скорость анимации у нас, говорит, внутренняя, понимаете, то есть совершенно другая. Да. Ну, то есть они, типа, рассказывают, что у нас есть, типа, свой сайт, он просто делает запросы к ним, а играется на наших настройках. То есть представьте, вот такая вот система. Я говорю, а что вы, типа, ну, не выдвинете такое? Это, говорит, нельзя, это плагиаты, типа, нарушение авторских прав. Нас, типа, могут притянуть, не только закрыть сайт с ботом, но и, типа, в суд подать на нас. Поэтому, говорит, мы такое выставлять не можем. То есть вот так программисты мне сказали оттуда. Я говорю, ну, а какие привилегии дает? Они, говорит, ты не представляешь, какие. Ну, я так прикинул, думаю, ну, скорее всего, ребята, наверное, игру там по полочкам разобрали, там, скорее всего, там много чего интересного они, наверное, повытаскивали. Да, думаю, тоже так же сделал. Ладно, ребят, спасибо, что пришли. Рад был, да, всем с вами пообщаться. Короче, вот эта часть, ребят, вот эта часть стрима, я его оставлю, я его загружу отдельно, поставлю на YouTube. В общем, есть такая фраза, назову «Жизненные разговоры с Серегой и Виталием». Да. В общем, поговорим по игре, потому что много народу присоединилось и поговорили. Ну, по крайней мере, я узнал то, что я хотел. Ну, то есть для меня вот это было важно, сама форма. Ладно. Ну, если еще кто захочет пообщаться на любые темы, пишите доку, всегда. Да. Пообщаемся. Подключимся. Да, ну все, ладно. Счастливо, ребят. Давайте, спасибо, что пришли. Всем пока. Спасибо, да.